Туристический сезон в Каспийске уже приближается, и, соответственно, растет спрос на съем квартир. Данная ситуация актуальна для города и для всего Дагестана еще с прошлого года. Как отметил специалист по недвижимости, такое положение было вызвано резким спросом на аренду суточных квартир, за которые в сезон гости республики платили за 10 дней, в два раза больше, чем постояльцы за месяц. По поводу аренды. Я же говорю, мы эту тему часто обсуждаем с коллегами, я просто не знаю, что делать, и ничего не сделаешь. Наверное, одна надежда на новостройки, что их станет больше. А пока новостройки возводятся, арендодатели потихоньку выселяют из квартир съемщиков и практически оставляют их на улице, ради того, чтобы втридорога сдать квартиру посуточно туристу, отмечает специалист. Если по-большому, по-хорошему, остается только заключить нотариальный договор. Но это вряд ли арендодатель согласится. То есть вы можете предложить, сказать, давайте мы заключим, она откажется, если не вы, так другие, спрос большой. По словам Шапи Исакова, в основном квартиры снимают молодые семьи, приезжие на заработки и туристы. По сравнению с прошлым годом, цена аренды квартиры на длительный срок значительно выросла. Есть квартиры, я недавно смотрел объявление, на летние месяцы человек сдает 50 тысяч, то есть там на 3 месяца, а в дальнейшем-то по 30 тысяч. Там ремонт в связи с тем, что в этом году аналитики прогнозируют большой поток туристов в республику, есть вероятность и подъема цен на посуточную сдачу по сравнению с прошлым годом. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».